Ассаламу алейкум, хамбатта достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на канале и рад сообщить, что в прошлый раз в моем видео, где я призывал вас проголосовать за Димаша на сайте Тикетона как лучший артист, как исполнитель эстрады. Ну, в общем, в таком духе. В общем, я где-то вчера краем глаза увидел информацию, что Димаш победил в двух номинациях. Поздравляю, друзья, мы сделали свое дело. То есть две номинации — это неплохо, потому что участников там было много среди казахстанских селебрити. Так что еще раз поздравляю, дорогие друзья. Желаю Димашу также продвигаться с успехом и достижениями, плодотворного ему творчества. На этом сегодня все. Сау болыңыздар. Көріскенше, ауырмаңыздар. Не болейте. До свидания. До скорых встреч.